кардиган «Глория» становится невероятной коллекцией и хитом в нашу ликвидацию. Именно этот кардиган попадает сегодня в цену ликвидации 2999 рублей. Именно этот кардиган, нежный мех, который обожают носить совершенно круглый год наши телезрительницы, обо всем расскажет представитель бренда «Артеса» Алина Ведельгаус. Девочки, это просто невероятная вещь. Как же в ней удобно. Я с Леночкой называю это маленький мех. Конечно, это приятнейшая флисовая мягкая ткань внутри. Я сейчас попросила стилистов не давать мне ничего вниз, потому что мне приятно ощущать эту мягкость на своем теле. Оно как будто бы обнимает меня. И знаете, в нем не жарко, в нем я чувствую комфортное тепло. И вы думаете: так, Ведельгаус, ты что, за минуту сейчас еще постройнела? Я постройнела за счет идеально выверенного кроя, удлиненного силуэта. Да, спинка, как обычно, немножко длиннее. Для чего? Для того, чтобы создавать правильный силуэт. И вы смотрите на меня и не можете понять, в чем секрет стройности. Я вам подскажу. Вот эти темные, на всех абсолютно цветах, это темные кармашки. Они не для того, чтобы быть карманами, хотя это настоящие карманы. Они для того, чтобы создать правильную вертикальную линию, вот эти диагонали, которые собирают нам бедра, скрадывают нам животик и делают нас просто невероятной. В сезоне тонкая у нас, талия, да? Супер, посмотрите на, я невероятна, и вы можете быть такой же невероятной. Прости, Леночка, я просто хочу, чтобы как можно больше девчонок смогли насладиться. Сейчас на экране у нас зеленый, вот эти огурцы пейсли, супер модные, в заказе зеленый. Да, и в сезоне у нас осень-зима, я хотела сказать, что у нас было распродано, потому что я обязательно должна это сказать, у нас было распродано 570 таких кардиганов буквально за 4 минуты прямого эфира. А вот этот цвет, который вы видите сейчас, он называется у нас темно-синий цвет. Это истинно русские рябины, да, помните, вот у нас именно такие рябины были на посуде праздничной. Вообще как расписная посуда. Она как будто расписная. Я для себя выбрала малиновый, и это самая настоящая хохлома. Просто русская роскошь, которая завоевала весь мир. Топовые дизайнеры, такие как Симачев, используют это в своих коллекциях. Это русский настоящий шик. Женщина выбирает для себя вообще. К каждому верху, каждому кардигану «Глория» есть брюки Родана, чтобы составить полный комплект. Их очень мало, брюк мало, поэтому если вы хотите вот такой total look, просто если вы хотите ультра дорогой, красивый комплект, торопитесь, потому что стиль а-ля Рус, он не сходит с подиумов, и он выглядит очень дорого и очень благородно. Здесь с размерами вопросов никаких не возникает. Здесь мы выбираем свой размер для того, чтобы была вот эта идеальная посадка. И это тот случай, когда я буду вас отговаривать, пытаться носить это как оверсайз. Ни в коем случае носите размер в размер. Мы за то, чтобы здесь была хорошая, утонченная посадка по спинке, для того, чтобы вы получили вот этот эффект стройности. Вы будете невероятны, вы можете носить это действительно как кофту, вы можете носить это как кардиган, вы можете носить это как легкое пальто. Это вещь, которая будет с вами круглый год. Я искренне горжусь Артесой, я искренне горжусь телеканалом Shop & Show за то, что мы сегодня даем вам возможность насладиться топовыми, самыми актуальными цветами вот по такой приятной цене. А цена у нас сегодня более чем приятная. 2999 рублей за кардиган, пальто, накидку и за то, что есть сегодня еще уникальное событие. То, что у нас сегодня стиль а-ля Рус. Кардиган просто необыкновенный. Вот ты сказала, что да, дизайнеры известные, русские дизайнеры очень любят, да, и всемирно известные дизайнеры любят а-ля Рус. Вот русский стиль, платок, узорочи, все это расшито, да, красиво. Очень, и вот именно Артеса заинтересовалась тоже. Ты знаешь, мы не переставали этим интересоваться. Я бы сказала, что именно в этом году мы решили совместить эти принты в кардигане «Глория».
которые у нас традиционно идут в расцветке пейсли, индийские огурцы, а сегодня стиль а-ля рус, он главенствует. И знаете, как здорово это все подружилось, потому что стиль а-ля рус – это всегда заигрывание еще и смехом. И здесь у нас есть маленький, нежный, коротенький мех, который будет ласкать ваше тело изнутри, будет вас и согревать, и создавать правильную терморегуляцию. Он невероятно приятный на ощупь, он похож на флис, такой вот комфортный, такой правильный для того, чтобы облегать ваше тело материал. Сейчас он крупно на ваших экранах. Это очень износостойкий материал. Скажи, он не будет оставаться, допустим, если я надену светлую футболку, да, или блузу, не будет мех оставаться ворсинки? Нет, это все-таки похоже на ощупь, больше на флис. Угу. Это спортивная терморегулирующая ткань. И здесь она называется по-научному Well Soft. То, что мы с тобой называем наш маленький мех, угу, называется Well Soft. Это современная технология, которая терморегулирует. Очень важно. Вам не будет жарко, вам не будет холодно, и вам будет очень-очень красиво. Это безумно красиво, особенно когда это еще и выгодно. Внимание, в ликвидации складов впервые сегодня участвует Артесса, и мы делаем подарки. При заказе кардигана с брюками или с любым другим лотом на сумму 3990 вы получаете украшение в подарок. Не важно, что вам достанется серьги или кольцо, важно то, что это благородные драгоценные металлы, важно то, что это украшение будет дарить вам красоту. А вот это костюм, который выглядит просто необыкновенно. И главное, что посмотри, насколько стройные девчонки, красивые. Сразу, да? Два секрета стройности. Удлиненный сзади силуэт, удлиненная в целом модель кардигана, вертикальная линия и также две такие диагонали кармашков, которые нам создают вот этот эффект стройности, который абсолютно влюбляет в себя. Действительно, стоит один раз примерить эту вещь, и вы поймете, что до этого вы всегда о ней мечтали, настолько вы в ней хороши. Итак, у вас есть возможность выбрать сегодня, выбирайте самые лучшие предложения, а главное, что носите кардиган с любовью круглый год, много лет вперед, потому что Артесса завораживает своими еще и качествами.